весной был страшен. Краевая филармония представляет сказку «Аленький цветочек». Хореографический спектакль, на сцене больше 30 танцоров ансамбля «Огоньки». Работать с режиссером из Питера они начали еще в прошлом году. Уже тогда стало понятно, прочтение сказки будет современным. Я читаю сказку, а потом все, я отхожу, если этого не смогу сказать. У меня еще и соблазнительница есть, вот, которая соблазняет, расслабляет немножко перед нападением разбойников, вот, чтобы родители тоже не скучали. Сюжет оставят, а вот подборка музыки тоже на современный лад. Из тысячи мировых произведений Надежда Калинина выбрала композицию «Каменный цветок» Сергея Прокофьева. Огромная театральная работа. Для филармонии это сущий ад в чистом виде, потому что у нас нет ни постежерок, ни гримеров, у нас нет, извините, костюмеров, чтобы шить эти костюмы, у нас нет декораторов, и мы все это где-то заказываем по-настоящему, вот, на разрыв шаблона мы работаем. Оценить неформатную постановку можно уже завтра. Премьера 1 апреля. Кстати, билетов в кассе почти нет, зато есть еще один концерт 2 апреля. Режиссеры-танцоры уверены, зрители будут в восторге. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.